Уважаемые дамы и господа, настало время главного боя нашего турнира. 10-раундовый поединок в легком весе до 61,2 килограмм. Встречайте в синий угол ринга бойца из Филиппин, город Манила, Ролтон Альдеа. Ролтон Альдеа по прозвищу Кобра. На самом деле Кобра, посмотрим. Очень интересный боксер под музыку из прекрасного детского фильма «Буратино». Вот такой вот он, филиппинский Буратино. Буратино. На самом деле, без иронии, очень серьезный боксер. 14 побед, 8 нокаутов, 7 поражений, 3 досрочных, 1 ничья. Не первый раз выступает здесь, в Екатеринбурге. В прошлый приезд он очень сильно огорчил Михаила Алексеева, победив того нокаутом. Причем Михаил проиграл тяжелым нокаутом. Но вот мы сегодня и видели рингсайд. В хорошей форме Михаил уже восстановился после этого поражения. Ну и карьеру начал 25-летний боксер в 2012 году. Ну а сейчас Равшанбек Умурзаков. Впервые он возглавляет карт на турнирах RCC Boxing Promotions. 9 побед, 0 поражений, 0 ничьих, 7 побед нокаутом. На самом деле очень жесткий боксер, очень бьющий. И славится своими ударами по корпусу. И высокий для этой весовой категории. 1,79 м, рост ему 26 лет. Карьеру начал в 2017 году. И почти все поединки он провел в Екатеринбурге. Один раз только выезжал он в Кишинев в апреле 2019 года. И там выиграл нокаутом у Роберто Гонсалеса, также филиппинского боксера. В общем, филиппинцы, южноафриканцы – не проблема для Равшанбека. Встречался он уже, кроме Роберто Гонсалеса, с Римаром Митури, также выиграл нокаутом. В общем, чистых нокаутов в карьере у Равшанбека. Уважаемые дамы и господа, представляю вам судейскую бригаду главного боя турнира. Боковые судьи – Дмитрий Болдырев, Семен Стахеев, Роман Петров, хронометрист Татьяна Баринова, рефери Ираклий Малазония, супервайзер Сергей Хурсанов. Представляю вам соперников. В синем углу боец из города Манила, Филиппины. Ему 25 лет. Рост 171 сантиметр, вес 60 килограммов, 400 граммов. Профессиональный рекорд 22 боя. 14 побед, 8 из них одержаны нокаутом, 7 поражений, 1 ничья. Приветствуйте, Ролтон Альдеа! Его соперник в красном углу, боец из Узбекистана, город Андижан. Ему 26 лет. Рост 179 сантиметров, вес 61 килограмм, 200 граммов. Профессиональный рекорд 9 боев. Во всех одержаны победы, 7 из них нокаутом. Непобежденный Равшанбек Умурзаков. Follow the rules. Listen to my command. Okay? Mm-hmm. Show me clean fight. Good luck. Готов? Капу, покажи. You ready? Возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах на 8 сантиметров выше Равшанбек, на год старше. И на 800 грамм показал выше вес на взвешивании, больше взвес. Да, это причем при всем бой в рамках легкого веса, и на кону стоит титул WBA Азия. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Ролтон Альдеа показал, что удар у него есть, опять-таки вспоминая поединок с Михаилом Алексеевым. Вот пришла инсайдерская информация, что бой не титульный, рейтинговый. Но, тем не менее, 10 раундов в карьере Равшанбека Умурзакова. Это впервые Ролтон Альдеа, естественно, такую дистанцию за свою карьеру проходил. Отлично, с передней руки работает Равшанбек.
него большая здесь группа поддержки. Мы знаем, что представители консульства также присутствуют на этом поединке. И поэтому огромная такая ответственность ложится на него. Найсрейл Юнусов здесь, консул Узбекистана. Ох, какое точное попадание мы видим от Алдея. Равшанбек левша, высокий. Ну вот как раз ему, наверное, вязаться на ближний-то не надо. Мы знаем, как он мощно бьет по корпусу. И дайте только момент, Равшанбек им воспользуется. Отличный удар с передней руки пробивает у Мурзаков, тут же отвечает Алдея. С выносливостью у филиппинца все в порядке. Да, Алдея показал это в предыдущем бою, что сохраняет силу удара до самого заключительного раунда. А Равшанбек сейчас пока немножко выцеливает, да, он дает инициативу филиппинцу, дает ему бить. Сам пока взял небольшую паузу, хотя вот сейчас здесь. Обменялись джебами боксеры. Точный джеб от Умурзакова. Взял паузу филиппинец и тут же пропустил джеб. Вот как только сближается Альдея, он сразу же выбрасывает удары. Хорошо. Ну, попадание было, мне показалось. Да, считаю филиппинцу. Но там потеря равновесия также присутствовала. В том числе, да. Давайте смотреть этот эпизод. Ну да, да, был удар, конечно, справа. Справа, возможно, голова. Не очень устойчиво стоял на ногах в этот момент филиппинец. Но потому это... что поднялся очень быстро. То есть такой флеш нокдаун. Тяжело сейчас сказать. Но удар был, однозначно. Мы видим... Значит, хладнокровно закончил раунд у Мурзаков, не стал добивать. Ждем вторую, его отрезок. Второй раунд в поединке между Равшанбеком Умурзаковым и Рольданом Альдеей. Узбекистан контра Филиппины. В первом раунде был отсчитан филиппинскому боксеру нокдаун. Но его это абсолютно не смутило. Мы видим, пошел вперед в начале второго раунда. И старается по возможности как можно быстрее сократить дистанцию. Равшанбек Умурзаков опасен на дальней и опасны его удары по корпусу. Но пока мы их еще не видели, кстати говоря. А вот здесь хорошо. И добавляет справа боковой Умурзаков. Поединок у нас в легком весе. Весовая категория до 61 килограмма, 200 граммов. Хороший апперкот попал, да, от Умурзакова. Равшанбек достаточно экономно работает, но практически все удары у него очень тяжелые. Еще раз, он настоящий нокаутер. У него из 9 побед 7 досрочных, и из 7 досрочных 5 побед чистыми нокаутами. Опять начал низко подсаживаться Алдея туда под удары. Тут начинает на него так наваливаться тактический Равшанбек. Отлично, опять с дистанции. Два раза уже прошивает защиту своего соперника джебом с передней руки у Мурзаков. Здесь не дотянулся Альдея в ответ. Хорошо. И заклинчевал филиппинец. Видимо, прочувствовал удар.
А хорошо попадает сейчас крюком с передней. Равшанбек пытается немножко его столкнуть, Алдея. Но гораздо габаритнее, кстати, Мурзаков. Но нужно отметить, что Равшанбек свою карьеру боксировал в легком весе, иногда выходил в рамках первого полусреднего. А Алдея, если мне память не изменяет, по-моему, даже выступал на категорию ниже. За свою карьеру в 59 и в 57 даже. Ну, мы видим, да, что так габаритнее смотрится Равшанбек. У него есть преимущество в дистанции. В росте, на 8 сантиметров он выше. Так. Отличный удар по туловищу от Равшанбека. И никуда не торопится, кстати, у Мурзаков, нужно отметить. Это второй раунд. Обменялись бойцы джебами. Начинается третий раунд. Кстати говоря, вспомнил я, что Алдея, по-моему, уже третий раз в Екатеринбурге. И первый раз он приехал очень неудачно. Неудачной случилась поездка. У него проиграл нокаутом Шавкат Урахимову, кстати говоря. Последнее досрочное поражение как раз-таки от Шавката Рахимова у Рольдена. Да, и было это в декабре 2016 года. Очень хороший эпизод был в предыдущем раунде у Равшанбека. Он хорошо подцепил апперкотом с дальней руки. Ну вот, доработан на дистанции, в принципе, то, что нужно Равшанбеку. Соперник особо не прет, дает время подумать и подготовить атаку, провести удар. Попытался было в первых раундах так, прессинговать Алдея, но наткнулся на несколько жестких точных ударов и идею эту, ну, по крайней мере, на время оставил. Хорошо попадает Равшанбек с дальней руки. Туда уже поподсаживает все филиппинцу. Обменялись боковыми. Не первый раз уже так наваливается у Мурзаков на Алдея. Вот решил побоксировать филиппинец, побросать джебы. Вот здесь, да, апперкот дистанции как раз бы не помешал, наверное, Равшанбеку, когда низко уходит вниз, когда низко опускает голову филиппинец. Огрызнулся Алдея, но успел принять удар на защиту Равшанбеку Мурзаков. Немножко тянет на себя филиппинца. Ну, но пока мы еще не видели этого фирменного удара слева в корпус, слева по печени от Равшанбека. Ох, опасно попадает, да. Сейчас филиппинец. Подзаигрался Равшанбек и зевнул. Алдея попал, нельзя этого делать. И попал джебом, причем жестко попал, кстати. Филиппинец у нас. А у нас двое левшей, кстати, в ринге. И вполне возможно, поэтому мы и не видим такого большого количества ударов по туловищу от Равшанбека, именно его фирменного удара, потому что это не так. Одно просто дело сделать. Это пробивать с левшой, и другое дело делать это с правшой. Поэтому да. Здесь, кстати, возможно, есть помеха в этом. Постоянно локоть у печени
у Альдеи. Еще ни разу полностью не проходил дистанцию 10 раундов Шанбек Умурзаков. Посмотрим, дойдет ли дело до судейского решения. Ждем четвертый раунд. Dan, hindi ito matama yung straight mo. Ha, doon ka sa baba. Tsaka mo siya hampasin sa taas. Tapos mo. Четвертый раунд. Обменялись джебами в начале раунда. И вот так уперся в центре ринга Рогдан Альдея. Так плотно стоит на ногах и, видимо, не исключает возможности нанести мощный удар. До 100%. И в корпус заходит удар. Справа, правда. Шанбека Умурзакова. Опадает двойкой, да. И тут же добавляет Авшанбек. Ах, и тут пропускает сам дальние руки от своего соперника. ЛДФ умеет бить на средней дистанции. 100%. Низко-низко постоянно подсаживается сюда. Ролдан под удары, он прячется сюда, вниз уходит. И апперкот бы не помешал. И это как раз то, что просили в углу у Равшанбега, но он опасается, потому что, нанося апперкот, он возможно, немножко может открыться. Да, и пока не рискует здесь Равшанбег. Ну и как мы уже отмечали, да, в связи с тем, что двое левшей, здесь мы пока еще и не видим удары по корпусу. Но с другой стороны, 10 раундов, время есть. Мы видим, что не форсирует события у Мурзаков. И, в общем, еще раз скажу, достаточно экономно боксирует. Хорошо, сейчас попробовал пробить апперкот дальней руки у Мурзаков. А вот, кстати, цели. Да, первый удар слева по корпусу прошел у Шанбека в предыдущем эпизоде. Да, и ушел туда под локоть. Вот, огрызается боковым филиппинец. Обменялись ударами по корпусу боксеры. Ох, какой пропускает сейчас левый боковой у Мурзаков. Оживился угол филиппинцев сразу же. Конечно. Вот, пора уже руки-то поднимать Равшанбеку. Потому что удар у филиппинца есть. Подгоняют, подгоняют филиппинские секунданты своего боксера. Ролдан Альдея почувствовал кровь, саживает он. Но я думаю, он прекрасно понимает, что... Хорошо подцепил Умурзака сейчас крюком снизу слева. И заклинчевал. Ну, коллега, я думаю, филиппинец прекрасно понимает, что... Чтобы выиграть, наверняка нужно выигрывать досрочно. И он это уже делал. И это все снимает, да, снимает сразу все вопросы. Ждем следующий раунд. Пятый раунд. Хорошо попадает в дальние руки Мурзаков. Еще одно туда же попадание.
Но надо отметить, очень здорово работает Алдея передней рукой. Но очень острый и такой джеб. Снова попытался пробить двойку у Мурзаков, но уходит вниз, подсаживается здесь Роудал Алдея. Хороших три удара пробивает у Мурзаков. Мощно, мощно бьет с дальней руки все-таки Ролдан. Умеет он это делать. Снова хорошо пробивает двойку у Мурзака. Второй удар он бьет немножко так ниже. И его удар прямой с дальней руки достигает цели. Практически каждый раз Ролдан Алдея подсаживается сюда. От двойки уходит вниз. Подстроился уже здесь Равшан Бек у Мурзаков. Да, прошел у него боковой хороший. Но и апперкот нужен. И смотрите, здесь огрызается правым крюком уже Альдея. Апперкот справа причем нужен Равшанбеку. Да, он пробивает двойку, соответственно, справа. Вот хорошо боковой. Хорошо, крюком цапнул здесь. Ну, возиться не надо здесь Мурзакову. Что касается Альдеи, но он не оставляет попыток, он ищет свой шанс. Хорошо, вот эта трехударная комбинация от Равшанбека достигает цели. Мурзаков попал правым крюком. Но он, да, решил сменить правый перкот на правый крюк, потому что там все равно уже... Опа, а это вот опасно. Это опасный шанс для Альдеи. И нельзя этого пропускать у Мурзакову. Да, филиппинец очень хорошо бьет, на самом деле у него жесткий удар. И такой очень боевитый филиппинец. Еще раз скажу, что предыдущий поединок Ролдан выиграл здесь, в Екатеринбурге. Нокаутировал Михаила Алексеева, не имевшего поражений до этого. Поэтому это опасный парень. Хорошо подцепил апперкотом здесь у Мурзаков. Это то, что просили у него в углу. И еще раз. И клинчует уже филиппинец. Прочувствовал на себе эти удары. Отличная концовка для Равшанбека. Ждем следующий раунд. Шестой раунд, и у нас вторая половина поединка. Шестой раунд начинается с клинча причем. Такая небольшая карусель у нас тут в центре ринга была. Равшанбек Умурзаков прекрасно понимает, что Альдея опасен именно на средней дистанции, поэтому здесь или на ближней работает, или на дальней. Отлично попадает джебом Равшанбек. Отзащищался неплохо и три джеба подряд вонзил боксер из Узбекистана. А вот здесь подзастоялся и насыпал ему филиппинец. Хороший джеб. Напомним, в первом раунде был отсчитан нокдаун Ролдану Альдея. Но мы видим, что он восстановился уже и, в общем-то... И Альдея умеет прибавить во второй половине поединка. Да. Опять-таки, возвращаясь к его предыдущему бою, это очень явно. Есть небольшое кровотечение из носа у Равшанбека. Сейчас он принимает так на защиту тяжелый удар с дальней руки своего соперника. Вспоминает про джеб. Ну вот здесь средняя дистанция, то, что нужно Альдее. Практически, коллега, заметь, не работает по туловищу Равшанбек в этом бою. Мы потому что уже с тобой обсуждали, но почему. Вполне возможно, это еще и потому, что он опасается бить туда по туловищу. Очень плотно, остро бьет на ближней дистанции филиппинец. Ну и да, и мы видим, что он не бьет с дистанции боковые в корпус слева. Хорошо, сейчас двойкой попал Равшанбек. Ну там успел даже огрызнуться
хуком справа. Постоянно второй удар бросает так ниже первого Равшанбека, и его удар этот достигает цели. Он понимает, что сразу после первого удара подсаживается вниз филиппинец. Совершенно верно. Ну и плюс, я думаю, что где-то... Попадает Равшанбек. Но не развивает успех. Очень-очень стойкий, конечно. Всего три достойных поражения из семи. Причем одно из них попадает сейчас Альде. Да, здесь Равшанбеку нужно поднять руки. Филиппинец по-прежнему опасен, на самом деле. Это хороший филиппинский боксер, несмотря на свой послужной список. И для Равшанбека это определенный тест, безусловно. Ух, опять снова этот прямой слева. Зевнул, короче, эту двойку. Не сказать, что зевнул, уже часто ее бьет здесь. Алдея, отвечает хорошо Мурзаков причем. Сейчас, да, практически идентичный. Хорошо попадает у Мурзаков. Прямо обмениваются двойками. One-two, one-two, кричат, видимо, секунданты филиппинца. One-two, раз-два в переводе с английского языка. Так не рассказывали в школе, по крайней мере. И снова раз-два. И правый боковой от Равшанбека под конец раунда. Какой бескомпромиссный раунд мы с вами посмотрели. Невероятный просто. Выдри, пожалуйста. Седьмой раунд. Начинает жеба Равшанбеку Мурзаков. Напоминаю, это 10-раундовый рейтинговый поединок между Равшанбеком и Мурзаковым. Боксером из Узбекистана, который сейчас пропускает. Пропустил сейчас Равшанбек два удара. Его соперник опасный филиппинец Рольдан Альдея. Легкий вес, весовая категория до 61 килограмма 200 граммов. Подзастоялся у Мурзаков и напропускал ненужных ударов, да, для себя. Оживился, очень оживился угол филиппинца. Ох, как плотно попадает филиппинец. Все-таки этот парень умеет драться, и умеет драться до конца поединка. Ну и недаром у него прозвище Кобра. Он так вот прям жалит этими ударами внезапными, быстрыми. Хорошо, и опять пропускает крюком. Вот здесь вот уже Равшанбек. Ох, сейчас проблемы у Равшанбека. Он тоже не пропускал ударов. Там был и крюк справа, достаточно тяжелый. Да. Хороший тест для Умурзакова. А, пропускает снова. Но низко-низко держит Равшанбек руки и платит за это. Не видит он этого удара, который раз за разом выбрасывает слева филиппинец. А филиппинец подобрался на свою дистанцию, кстати, практически на среднюю. Джеб нужен Равшанбеку Мурзакову. Вместо этого он пропускает снова удар справа. И начинает клинчевать. Причем инициатором клинча является Мурзаков. Что-то нужно менять Равшанбеку. Да, в этом раунде филиппинец очень хорош. Причем мы видели, в предыдущем раунде уже нащупал вот эту брешь в обороне своего соперника филиппинец и начал подключать левую руку. И бьет ее очень-очень своевременно. Так называемый хороший тайминг. Снова перекидывает. Пропускает Мурзаков. Хороший удар. Сам попадает. Но, видимо, решил поразмениваться у Мурзаков, что ли. Ой-ой-ой, подзастоялся здесь Равшанбек. И напропускал. В этом раунде очень много ударов пропустил Равшанбек, я повторюсь. Очень много для себя, в принципе, я бы сказал даже. Да. Ну, что сказать, филиппинец хорош. Молодец. Молодец, не сдался. Ни в коем случае. Вообще это не в принципах Ролдана сдаваться. Это да. Мне кажется, поверил в себя в этом раунде филиппинец, если у него еще время. Ох, Равшанбек сейчас пропускает удары. Да. Оружие, фирменный удар слева по корпусу с левшой не работает. Уперся здесь Равшанбек, клинчует. Просят джеба, больше джеба от Равшанбека здесь. Ждем следующий раунд.
Восьмая трехминутка у нас. В предыдущем раунде очень много ударов попал филиппинский боксер. Будет ли он развивать свой успех? А мы знаем, Алдея, ему дай только зацепиться. Да. 100%. Ну и Равшанбеку. Очень интересно, какие были корректировки в его углу. Что ему посоветовали делать? Смотрите, как достаточно быстро сближается здесь Алдея. И с передней рукой очень быстро, беспрепятственно причем сближается. Равшанбек перестал джеб выбрасывать, кстати. Он слишком много пропустил ударов через руку, и он понимает, да, он опасается выбрасывать этот удар. А бьет Алдея быстро. Сумеет ли выставить на нужную для себя дистанцию Равшанбек своего соперника, что он, в принципе, и пытается делать. От него в углу очень активно просили больше работать передней рукой. Но в этом раунде достаточно аккуратно боксирует Умурзаков. Он понимает, да. И понятно почему, потому что слишком много насобирал он ненужных для себя. В прошлом раунде, да, он нахапал прилично. Алдея поджимает и ждет своего момента. Ну вот неплохая двойка от Умурзакова и клинч. Но нужно Равшанбеку ломать игру филиппинцу. Как это сделать, другой вопрос. Пытается работать через переднюю руку Равшанбек. Все-таки, да, выбрасывает он этот джеб. И мы видим, старается все время держаться на дистанции. Начал двигаться на ногах. Вот как раз-таки вот ему бы включить ноги здесь, действительно, попытаться где-то позакручивать соперника. Ну, коллега, я скажу, Алдея очень хорошо взрывается на ногах и быстро сближается. Он это умеет делать, несмотря на то, что он стоит так полностью практически на всей стопе. Он в нужный момент на носках очень быстро сближается. Ах, обменялись такими острыми джебами бойцы. Ох, попадание очень тяжелое. Алдея, да, опять моргнул. Зевнул этот удар, не видел. В свою очередь сам отвечает Умурзаков таким же ударом. Еще такая же двойка. Я думаю, знаешь, коллега, оставшиеся раунды Алдея вот эту двойку будет выцеливать. Без сомнения. Он понимает, что у него получается. Он понимает, что нужно делать. И это он делает. Практически он перестал делать все остальное. Он делает акцент только на этом. Совершенно верно. Восьмой раунд пролетел. Капу забери. Ну, я опять скажу, что мне филиппинец в восьмом раунде понравился больше. Буду честен. Но, тем не менее, у Равшанбека есть еще два раунда, чтобы что-то поменять. Девятый, предпоследний раунд. Начинается он с двойки от Умурзакова, и это правильно. Нужно перехватывать инициативу. Не у того, и у другого боксера проходят двойки.
И оба работают через вот эту вот двойку, через длинный джеб. И сразу же повтор с дальней, выброшенный удар с дальней руки. Ну вот, может быть, как раз у Мурзакова попытаться поработать на челноке. Подошел на дистанцию, ударил и отошел. Очень активно тренер просил от Мурзакова, чтобы он бил правый крюк, еще время от времени подключал его. Сильно-сильно переживает, видимо, тренер в углу у Равшанбека Умурзакова. Жестко работает филиппинец. Занял центр ринга и заставляет он все время двигаться Равшанбека. Несмотря на то, что есть преимущество вроде в длине дистанции у Равшанбека, когда он бьет джеб, он сам тоже успевает пропустить джеб. Филиппинец очень хлестко его бросает. Быстрый. Вот отлично попадает Равшанбек и тут же оттянулся. Не часто он так делает. Ну, хороший крюк справа и ушел на нога. Хорошо, мне кажется, начинает подстраиваться здесь вот, Равшанбек. Вот что не хватало, наверное, Мурзакову именно. Ударил и оттянулся, чтобы не пропустить в ответ сразу же. Потому что Альдея быстрый. Альдея быстрый парень. Начинает Алдея преследовать так Равшанбека. Равшанбек тянет немножко на себя. Просит джеб. От Равшанбека. Хорошо попадает снова Равшанбек. Нащупал он снова вот этот левый свой прямой. Алдея тут же огрызается. Благо, что... Но все было в защиту, мне показалось, да. Равшанбек поднял руки наконец-то. Очень важно в этом раунде не пропустить опасный кросс слева от филиппинца для Равшанбека. Но пропускает он кросс справа в итоге. Смотрите, на ногах за счет финтов раздергивает Равшанбек здесь своего соперника. Стал хитрить, стал перестраиваться. Это хорошо. Филиппинец, в свою очередь, пробивает по туловищу. Он понял, что он не дотягивается до головы. И решил немножко снять нагрузку сюда, перевести на туловище. Хорошо, справа сейчас. Правый крюк, кстати, как просил тренер. У Мурзакова он пробил его. Да, на Биджонака, это тренер как раз таки Равшанбека. Он постоянно его просил в перерыве. И пробует это делать Равшанбек. Быть нужно внимательным под концовку. Ждем финальный раунд. Очень интересный поединок, очень непростой. Михаил Алексеев на ваших экранах, который, как никто, знает мощь и уровень Рольдана Альдеи. Поддержим бойца! Ну что ж, решающий раунд в этом поединке, не таким простым он оказывается для Равшанбека Умурзакова. Настоящий тест сейчас для узбекского боксера, да, в лице филиппинца. Прошлый раунд Равшанбек провел достаточно так грамотно и очень осторожно. Но этот раунд финальный. Столкновение головами произошло. Очень низко и постоянно сильно подсаживается филиппинский боксер. Ему так удобно. Да, абсолютно верно. Там он защищается. Там его не достает Равшанбек своими ударами. Просит тренер Равшанбека дернуть соперника. Дал возможность здесь промахнуться Равшанбек своему сопернику. Не успел контратаковать. Есть рассечение, мне кажется, у Равшанбека. И это, скорее всего, вот это следствие столкновения головами. Ух, летит вперед филиппинский боксер, показывает, что он готов к рубке. Равшанбек двигается постоянно, закручивает на ногах. Не рискует рубиться. И удар по корпусу слева. Хотя Равшанбек показал, что низковато ударил филиппинец. Но и рефери Иракли Малазони сделал такое устное небольшое предупреждение. Хороший правый крюк, да, от Равшанбека. Вот тут бы порастреливать, попытаться бы это сделать. Продолжает Рольдан Альдея преследовать Умурзакова. И клинч. Да, есть рассечение в районе правой брови у Равшанбека. Пол раунда у нас еще остается.
даже чуть меньше уже. Не дает Равшанбек филиппинцу подойти и ударить эту двойку. Постоянно на ногах он двигается. Все правильно делает у Мурзаков. Ну а Рольдену нужно подойти поближе и вонзить, вот как сейчас. Ну и Равшанбек тут цапнул своим правым крюком. Хорошо попадает Равшанбек навстречу джебом. А опять натыкается у Мурзаков на правый прямой от Альдеи. Последняя минута раунда. Пойдет как филиппинец на штурм. Пытался выбросить с дальней руки удар Альдея, но видит это Равшанбек. Пойдет ли филиппинец на штурм? Ему надо. Пойдет, он просто не успевает. Он хоть хочет этого сделать, он хочет идти вперед. Но понимает, что пойдя он прямолинейно, он наткнется на встречный удар. Он уже не раз натыкался на джеб Равшанбека и так опасается немного. Меньше 20 секунд до конца поединка. Отчаянная двойка от Родана Альдеи. Вот тут с дистанции перестреливает Равшанбек вот в такие эпизоды своего соперника. Бой закончен. Ждем решения судей. Очень-очень интересно, что насчитают боковые арбитры. Уважаемые дамы и господа, бойцы вновь показали нам супербой! Аплодисменты бойцам! Итак, представляю вам счет судейских записок. Судья Петров 98-91. Болдырев 97-92. Судья Астахеев 98-91. Единогласным решением судей победу одержал Равшанбек! Ну, я бы сказал, что достаточно щедро посчитали Равшанбеку у Мурзакову судьи, потому что, ну, на мой взгляд, Алдея бы раунда 3-4 забрал, но опять-таки это мое субъективное мнение. Поздравляем Равшанбеку Мурзакова. В принципе, очень тяжелый был у него тест. Очень тяжелый соперник. Да. Огромнейшее уважение Рольдану Альдеи. И хотелось бы в завершении сказать, что 14 числа здесь же, в Екатеринбурге, в Академии единоборства РМК, состоится турнир по правилам MMA RCC Intro. Прямая трансляция на телеканалах, на телеканале Box TV, а также в интернете на YouTube-канале RCC Boxing and MMA. Для вас комментировали Алексей Уралец и Тимур Салимов. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч.
Дорогие друзья, на этом наш вечер завершился. Спасибо вам за поддержку, за участие. И до встречи на наших новых турнирах.